Привет, мои хорошие. Сегодня у нас, кажется, 22 августа 2019 года. Мы с вами в Питере. На улице солнышко, видите? Это очень радует. Я бегу на собеседование. Время почти два, где-то без 15, наверное. Смотрите, какое солнце. Красота. Ну, не зря я одела кофточку, потому что ветерок все равно легенький есть. Хотя на солнце довольно-таки жарко. И сразу же перышко, на счастье. От Ирины Хинди Лайф. Вообще погодка класс. Замечательно. Так, солнечно сегодня. Здравствуйте. Сидит красавчик. Привет. Что ты тут греешься на солнышке? Какой ты умничек. Ну, а я бегу, опаздываю, потому что мне на 2 часа. Хоть идти недалеко, но времени уже, наверное, без 10:02. Короче, опаздываю. Смотрите, какая арка. Точно опоздаю. Точно, цветочки в окне. Обожаю, когда солнышко. Колесах. Садитесь и едете по всей России. Какой там России? По всему миру. Что-то строят. Здесь реставрация дома идет. Иду, думаю, 22 сегодня или 23. Короче, не знаю. Сейчас спрошу у девушек. А не подскажете, какое сегодня число? 23-е? 24-е. Уже 24-е. Спасибо большое. Простите. Простите, дорогие мои. Сегодня 24-е. Ветер. Наверное, вам не слышно, что я говорю. Смотрите, какие солнечные зайчики на асфальте. Как это божественно. Точно, я опоздаю. Мне еще в метро идти. Снимать с карты деньги, чтобы платить за электричество. Пришел счет. Так что, как говорится, куча дел. Смотрите, как тут классненько сидеть на улице. Хотя запах не очень. Тут что-то ремонтируют. Каким-то мазутом пахнет. Какой-то пылью. Ну, а вообще, конечно, красиво. Смотрите, сколько ржавых штук. Эта улочка моя любимая, потому что она зелененькая. А в Питере таких зелененьких улиц мало. Видите, как красиво. Банк Санкт-Петербургский, акционерный коммерческий банк Таврический. Вот так вот, не хухры-мухры. О, снова моя любимая Audi. Надо перейти на ту сторону. Хотя тут не очень вроде нормально идти.
Ну, пройдемся по солнышку. Я ночью уснула, наверное, часа в 4. Только недавно проснулась. Чуть не проспала на собеседовании. Вот это что такое? Не знаю. Какая-то от нее идет. Прям как в Венеции. Я так говорю, как будто была в Венеции. Нет, я не была. Я смотрела каких-то блогеров. Что там типа в Европе все так. По-моему, вечное лето. Как там все вот эти. А, нет, или Иру Хинди. Да, Иру Хинди Лайф. Как вот эти все трубы там спрятаны, и от них идут везде оттоки воды такие. Это, по-моему, в Финляндии так. Оттоки воды. Что этих труб нету. Они вмонтированы в дома, короче. Не видно их. Какие прекрасные дома. Вообще сказка. Арка какая красивая. О, класс. Денечек, а то я уже совсем упарилась. Жарко. На солнце. Мои любимые фонари. Видите, какая красота. Прямо царские. Экономический факультет, государственный университет. Сколько тут зелени. Как пахнет травой. Замечательно. Потёмкинская улица. Смотрите, какая травка. Очень красиво. Обожаю зелень. Просто красота. Вон там малявочка на плечах сидит. Ну вот, мои хорошие, я почти пришла. Буду с вами прощаться. Прекрасного дня, замечательных выходных, чудесной субботы. Пока-пока!